Всем привет, с вами Макс Гюнтер. Сегодня 26 августа 2015 года. Собственно, конец лета. И сегодня тот день, когда я решил вернуться на канал, вернуться к записи видео, потому что, надо сказать, что я соскучился по этому делу. Вот. За то время, что я не записывал видео, произошло много всяких интересных событий в моей жизни. Переехал на новое место жительства, в отдельную квартиру. Живу теперь полностью самостоятельной и полноценной жизнью. Вот, работаю, хожу на учебу. Ну, давайте, наверное, поговорим о канале и то, что, собственно, будет в дальнейшем с каналом происходить. Ну, для начала хотелось бы сделать несколько новых игр, потому что сейчас осенью выходит просто громадное количество интересных всяких проектов. Это и Безумный Макс, и разнообразные там мультиплеерные игры, как Rainbow Six Siege, например, как Battlefront, по-моему, да, Star Wars. Вот. Ну, это не знаю, что из этого я буду брать, но определенно могу сказать, что новинки будут выходить. Вот. Возможно, буду записывать некоторые наши мультиплеерные баталии от клана Red по игре Верден. Вот. Но тоже не обещаю. Вот. А сегодня попозже уже выйдет игрушка новая. Не буду пока говорить, какая. Вот, ну, вышла она 25 августа, то есть свежак. И так по скриншотам и видео достаточно интересный тоже проект. Вот, ну, увидимся с вами тогда позже. Спасибо, что смотрели это видео. Будете смотреть следующие. Не забывайте ставить пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока.